Сегодня с утра. Горожанам с южных окраин Екатеринбурга не пришлось долго ожидать троллейбусов, которые, как ни в чем не бывало, привычно курсировали по улице Белинского после вчерашнего ЧП на новостройке в районе перекрестка с улицей Авиационной. В 4 пополудни стрела гигантского строительного крана, возводящего одну из жилых свечек жилого комплекса «Айтауэр», сломалась пополам, и ее надломленный конец со скоростью почти свободного полета пополз вниз, порвал троллейбусные провода и завис над проезжей частью, метрах в 5 выше уровня асфальта. А место излома на высоте птичьего полета выглядело устрашающе. Обвисшие стальные тросы в случае обрыва сломанной части стрелы не смогли бы удержать многотонную конструкцию. Поэтому рисковать не стали, и на 6 часов движения даже пеших паломников на этом участке Белинского было наглухо закрыто. Пресс-служба застройщика ЖК компании «Атлас Девелопмент» в комментариях поспешила сообщить о том, что стрела сломалась из-за обрыва троса. Но по информации городского портала Е1, срочно вызванный из Челябинска наладчик грузоподъемных механизмов Сергей Лащ это предположение опроверг, дав понять, что во всем виноват ветер. Дескать, все тросы и кареточные грузовые остались целыми. Зацепов нигде нет. И вообще, при обрыве троса стрелу бы так не загнуло. В ветреную погоду краны подобной конструкции сильно раскачивают. По информации опытного наладчика, кран выдерживает ветреные порывы до 6 метров в секунду при монтаже и демонтаже конструкции. А вот допустимая скорость ветра в ходе эксплуатации никак не указана. Впрочем, у таких строительных кранов есть и большой плюс. Вся система полностью автоматизирована. Ими управляют земли. Информация хранится в компьютере. Так что IT-специалист всю информацию считает, а падучий кран осадят и в ремонт отправят. Но это в теории. На практике же больше 3 часов специалистам понадобилось, чтобы отцепить самый нижний фрагмент части стрелы, тот, что над дорогой зависал. Уже во тьме полукромешной стальную конструкцию на стропах автокран аккуратно уложил на асфальт. Кран с надломленной стрелой развернули к стройплощадке. В 10 вечера по Белинского пошли троллейбусы. Ближе к 11 все рассосалось.